Добрый день, видновчане, скверы шепчут листвою. Добрый день, видновчане, счастья вам и покоя. На праздничном мероприятии «Город, ставший нашей судьбой» литераторы, краеведы, сотрудники библиотеки представили свои проекты, посвященные 50-летию города Видное. Творческих людей города Видного и библиотеку связывают уже давние, многолетние отношения. И результатом вот этих творческих отношений являются самые разные проекты. В честь 50-летия города Видное состоялась церемония награждения юбилейной медалью членов литературного объединения имени Шкулева и общества краеведов Ленинского района. Назарова Татьяна Евгеньевна, заведующая библиотекой номер 1 города Видное. Больших успехов в вашей плодотворной работе, связанной с просвещением населения. Вам всем удачи, успехов в вашей работе, здоровья, успехов в личной жизни. В рамках мероприятия состоялась фотовыставка Георгия Абраменко и Владимира Меньшова, а также была представлена новая книга Алексея Плотникова «Видное вчера, сегодня, завтра». Были проблемы и финансовые еще, потому что деньги в типографию вовремя не поступили. И проблемы, я уже сказал, не дефицита времени, когда тот геройский поступок, можно сказать, совершила и типография. Еще один автор, Вера Пинто, в своей книге «От чистого истока», презентация которой состоялась на этом вечере, рассказала о Расторгуевской библиотеке, которую она посещает с 5 лет. У меня родилась идея написать книгу о начале библиотеки, о том, как это все начиналось. Я собрала материал, воспоминания, фотографии из семейных архивов. И вот за лето так создалась эта книга. Директор Видновской районной библиотеки Татьяна Лукашова представила проект «Живой голос» и рассказала о диске «Самый видный город Подмосковья». Мы задумали вместе с нашим Видновским троллейбусным парком такую акцию, что 11 и 12 сентября будет транслироваться этот диск в троллейбусах, а один из троллейбусов, он будет украшен, то есть это будет такой вот поэтический троллейбус. Наш край богат творческими людьми. Недаром Видное называют литературной столицей Подмосковья. Подобные творческие встречи будут продолжаться. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.